Привет, друзья! Хочу поделиться. В Москве гроза прошла. С 80-го года живу в Олимпийской деревне и ни разу такого не наблюдал. Смотрите, вода поднялась практически до конца, до края бортика. Ну, ни разу такого не видел. Вон с той стороны, наверное, ливневка. Бьет он практически как ключ. Ну, очень необычно. Поэтому делюсь непонятными, так скажем, впечатлениями. Вот такой тут у нас образовался Ниагарский водопад. Рынок 19 лет, 18-19, трешки на 30 квадратов, там